Это король. Я вернулся, ваше величество. Не беспокойся. Я объясню ему, что к чему. Я подверг опасности вас всех. Теперь я должен остановить брата, прежде чем он натворит бед. Вперед! Что происходит? Где король? Это долгая история. Сэр Грей, пожалуйста, догоните сэра Вильяма. Возьмите людей и не дайте ему попасть в беду. Слушаюсь, госпожа моя. Барклай наверняка захочет отомстить. Сирена поручила аббатство мне. Непонятно как, но за малое время я должен превратить его в неприступную крепость. Куда целиться, сэр? Натянуть тетиву. Мы идем. За тебя, господин. Готовь копья. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товары. Я повинуюсь господину. Мы идем во имя небес. Ваша милость, мы доставили вам священный скипетр. Великолепно! Без этой реликвии и моей подписи они не смогут возвести на престол нового короля.
Мои верные лучники! Мы в пути! О, на стены замка? Есть. Ясно? На стены замка? Есть. На стены замка? Есть. Ты мешаешь мне молиться. Не хватает оружия, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Добавка? Неплохо. Ладно. Вот как? На стены замка? Есть. Взять арбалеты, щенки! Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Да, мой лорд. Сомкнуты ряды. А ну, живо! С Божьей милостью. Куда идти? Сэр. Thank you.
крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Выберите товар. Выберите количество товаров. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Арбалеты на плечо. Готовы, сэр? Позицию! Меняем дислокацию! Наши луки будут петь. Вы готовы? Лучники, на изготовку. Лучники идут. Мы готовы. Лучники, вперед! Смотрите в оба, ребята. Выходим. Ой, давно пора. По местам, ребята. Мы идем. Мы в пути. Меняем дислокацию. Наши луки готовы. Стены замка? Есть. Доброе утро. До нашего повелителя! Лучники идут! Давай быстрее. Мы готовы. Проверить оружие! Что-что? На стены замка? Есть. Привет. На стены замка? Есть. Добрый день. На стены замка? Есть. О! На стены замка? Есть. Ясно. На стены замка? Есть. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. На стены замка? Есть.
казне никаких изменений, мой лорд. Люди просто боготворят вас, сэр. Стены замка? Есть. Взять арбалеты, щенки! Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Нет работников, сэр. В здании нет работников, сэр. Наши войска атакуют враг. Oh!
Покажите нам цель! Крестьянин пошел по одной дорожке, ваша светлость. Искореним зло на этой земле. Кузнец пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Не хватает оружия, сэр. Ждем приказаний! Вперед! Защищать этот участок! Не хватает рекрутов, сэр. Мы будем храбро сражаться. Шелись! Что прикажете, мой лорд? Дьявол не дремлет. Арбалеты на изготовку! Мы нужны вам! Живо! Не хватает рекрутов, сэр. Быстрее! Кожевница пошла по дурной дорожке, ваша светлость. Почему они не нападают? Чего они ждут? Каков план? Thank you.
Посмотрите на юг. Вот чего они ждали. Подкреплений. Не хватает рекрутов, сэр. Наши инструменты готовы. Мы в вашем распоряжении. Мы выходим. Дайте нам задание. Все на стены. Ваша милость. Отправляемся. Наши войска атакуют враг. Не хватает рекрутов, сэр. Ваша светлость. Наши войска атакуют враг. Ощущать от этого часа. Мечники! Вперед! Вы повергнем всех невер. Не хватает, а? Мы готовы к работе. Тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр.
приказов, сэр! Враги разрушают наши здания. Плоть слаба, но дух крепок. Его величество, король! Так это доблестный сэр Мэтью Стил, о котором я столько слышал? Этот юноша действительно победил последнего ярла викингов? Стань, доблестный муж! Я думал, ты куда выше, если судить по тому, что о тебе рассказывают. Может, это мне стоит склониться перед тобой? Ой, король, много людей погибло, и ни один замок пал. Где вы были, когда мы так нуждались в вас? Стойте, пусть говорит. Люди видят только, как вы убегаете и скрываетесь, ваше величество. Они считают вас трусом. Быть королем означает не только проливать кровь на поле брань. Я был бы счастлив повести своих людей в бой, но этой стране нужен живой король. Если для этого мне придется убегать и скрываться, я готов. Но я клянусь, с этого дня мои люди будут знать, что у них есть король.